И в конце, конечно, хотелось бы задать вопрос, на который, наверное, все украинцы ждут ответ. Когда же все-таки закончится война? И, насколько я знаю, у вас уже есть билет на это лето в наш украинский Крым. Значит, вы что-то знаете. Ну, я не Нострадамус, я, безусловно. Но билет же купили в украинский Крым. Билет у меня с открытой датой, билет, потому что я считаю, на 23-й год, я считаю, что 23-й год окончательно расставят все точки над «и», и эта война закончится. Нету смысла, нету ресурсов продолжать, я веду не у нас, а в целом, то есть нету необходимости, исторической необходимости затягивать это. Потому что люди приспосабливаются, а нам нельзя, чтобы мир приспособился к войне как таковой. Да, и привык к войне, нельзя привыкать к войне. Хотя из логики, психологии войны, я думаю, что мы из математики войны, в 23-м году, конечно, война закончится. То есть я имею в виду, это может быть конец весны, лето, середина лета, начало осени. Но вот в это время, я думаю, что окончательно будут расставлены все точки над «и» в том, что Россия должна проиграть. Это единственный вариант окончание войны. Если Россия не проиграла, значит война не закончилась. Нет, мы не можем. Синонимично все понимали. Только проигрыш России только будет означать конец войне. Любой другой сценарий, это значит война продолжена на неопределенный срок. Она может быть затяжной, она может быть расширяющейся и так далее. Кстати, это очень важный аспект. Наши партнеры четко понимают, что передача оружия, дополнительной номенклатуры, объемов, скорости поставки, это как раз и есть превенция, ну то есть предупреждение распространения, разрастания войны, масштабирования. То есть, чем больше оружия Украины, тем более локальна война. Война будет только на оккупированных территориях. И вот это наши партнеры понимают, и поэтому я думаю, что в 23-м году, во-первых, мы все получим. Мы выходим на финишные прямые по целому ряду важных переговорных позиций, и вы это сами видите прекрасно. И, соответственно, в этом году мы доведем до конца, и безусловно, безусловно, чисто символически, я последний раз был на Ялтинской набережной летом 2013-го, и я хочу быть летом 2023-го, ровно через 10 лет, на набережной Ялты. Я думаю, у вас все обязательно получится, и вы летом поедете на свою любимую набережную, а я летом поеду в свой родной Бахмут. Дай бог, чтобы там было мирно и, наверное, отстроено, обещают же, потому что, насколько я знаю, сейчас более 60% города просто нет. Я, знаете, скажу простую вещь. Страна, которая выиграет войну и накажет Российскую Федерацию, обязательно будет быстро отстроена цивилизованной частью мира, потому что это будет означать символизм победы, демократии и свободы над темным царством, над авторитаризмом, над тоталитаризмом российского типа.